Так уже 23.12, все, поехали. Ну, у нас еще 50 минут, 48. Да, до синдры портал открыть. Если страя ебанем, ебаный, хули он стоит там, то это вообще заебись будет, что завтра чисто лище, все. Закрыть сегодня. Не, если сегодня мы закроем, это пиздец бомба, нахуй. Лучше лича. Так-то да. Это вообще заебись. Там-то его нехуй закрывать, главное, чтобы все были готовы к тому, что там происходит. Я чё, я танкую, а? Кончит. Оф танк. Вилаша, а мы тебе клык гер не выбивали, нет? Или выбивали? Выбивали. Какой-то точно выбили. Все, сиди уже, блять, на друиде, все, хорош. Не, ну Клыггер это бомба, надо забрать. Когда я тебе говорил, что он упадет, ты не захотел. Ну, я не взял, короче, а Вилаша отдали. Ты, в принципе, и на мишку и мне не дали. Надо сначала танка спек одеть, а потом уже шем делать. Вот я, наверное, так и сделаю. Сначала танка спек один, а потом буду шем делать. Ну, Лаиша уже одета. Чё, танка спек? А, ну так это он лучше. Лаиша, тут веселечка первая будет. Она хотела шем. Авилаиша? Авилания? Мне показалось Авилания. Авилаиша, Авилаиша. Эй, Аиша. Всё, ёпта, таблеток. Скидываемся в одну таблетки. Заебал. Коля, вы доживите до его лет, а? Да, будете на, будешь на его месте стоя срать будешь. Я понял, блядь. Найс выражение. Это мне дед всегда так говорил. Заебал ты ебаный гусь нахуй, куда ты пошел, блин? Он гусь, он везде ворвется. Маг вообще неостанавливаемый. Вы лутайте, клык, лутайте. Я лучше тогда ЗС-ки две танковские заберу. Я понял, блядь. Не, клык. Клык топовая триня. Те триньки, я на X2 когда играл, они знаешь на кого хорошо? На мишку. И то, когда РБК танчишь, нахуй. Типа, когда ты босса танчишь, там, ну, не поддерживаются стаки эти. Типа, боссы они редко бьют. А вот именно РБК, когда проходить, прям кайф. Ну, на мишку, на других танков тоже заебись. Типа, броня настакивается, то там до капа. Ну и все равно, блядь, одна с ХП, одна без ХП. А ты прям в РБК так ходишь? Да, а я прям в РБК хожу, пиздец. Вот поэтому клык... Это первая триня, которую надо выбить. Ну еще пистон. Сейчас пистон, так как для джайны надо готовиться. Без пистона там нехуй делать на джайне, пизды дадут. Либо хилы нужны. Люди же как-то проходят сейчас джайн. У паладина манускрипт доп дает уклонение постоянное. Так что ему тоже уклонение нормаль будет. Там фишка в том, что джайна, там фул магия, там вообще никто, ну, атака не бьет. Ну только что големы, которые собирать ходишь. О, блядь. Ну, палада там 4-10 уклон дает, он скрипт. А лучше взять сплетение змеиных колец для начала. Это дедушке надо. Особенно сейчас ее еще апнули. А что там сделали? Ну раньше, короче, она стакалась только от способностей, а теперь она как колба от всего. И от мили-атак, и... Имба забираю. Ну один крен она хуже кружки или той же этой гадюки. Ну, гадюка слишком перебафанная.
Ну, знаешь, на соло-таргетах, допустим, сплетение лучше будет, чем змея. Ну, это как медальон. Тут, типа, смотря насколько она быстро настакивается. В медальоне стаков, типа, 15 надо, если нет кружки в районе. Смотри, только Глумурчен там не сдохнет, только по чуть-чуть добавляй себе стаки. Там максимально, по-моему, 6 стаков. Не люблю залить ей на рок. Да, она будет регулярно. Там лоб где-то 150 дамажит, там 120, а эта хрень будет 1090-80 дамажит. Сука, ебаный в рот, блять. Где свечка, блять? Я убил. Не, так заебись, большую часть этого ебаного целка проносишь в первый день. И прям нормально. Мне вот интересно, лучше ли она, чем вдох. Вообще в теории должна быть лучше. Лучше будет, да. Ну, тогда я ее возьму. Из Т5 самое сложное это башку, да, получить? Да и башка, и грудак, ну сейчас неубиваемые по факту. Да и каратереса мы как-то не траем, блядь. Че, бля, хэпал через локов не хили? Не знаю. Бегаю, бля, изрез доспехом. Потому что он урон получает по себе большой, и частица на нем несет, как правило. Тут же стаки дамажит, никак в обычке. Ему неудобно. Там дамага ёбнешься. Осколок. О, можно мне вот этот пояс, а? Что значит можно? По-братски. А что, еще вар есть? Да он никому не нужен. Тебе плечо без ХП отдали. А? Тебе плечо без ХП отдали. Ну и вот сейчас пояс тоже без ГП. Да это вообще. Ну я без ГП закидываю иногда, если вещь там совсем, которую человек не носит, там, типа, не белунку, такую всякую хуйню, там, кинжал, блядь. Ну, он в ПВЕ не нужен никому, если есть пояс КТГ, а вот в ПВП я его прям себе при это примострячу. Я стыкаюсь обратно, Войд? Сейчас подумаю. Или оставаться? Да оставайся. Окей. Я думаю, мне нужно было избавление от кошмаров? Вроде нет. Вы зажались. Сейчас же на Т5 все копят, блин, что ты хотел. А че он не укопить, блядь? Еще хрен знает, когда оно будет. Сейчас так же подожди. Робота, в принципе, пройдет. Можно ебануть. Главное прийти и вот убедиться, что мы два танка, мы сможем ротацию поддерживать. В принципе, рог у нас нормальных есть. Пачка. Паладинов взять туда, чтобы не сбивали это агро, блядь. Варов, да. Нормально, да. Даже 1400 ты, блядь, ГП в час наберешь. К тому времени, когда тебе Т5 брать. Скинется, конечно. Ну, кто-то понимает это, кто-то нет, какая разница. Ну тут от приоритетов же зависит еще. Побежали. Кто-то еще вообще не оделся. Да. Там смотрите, сразу бури не давайте, там хуйню всякую. А вот именно гнев небес, когда они сбегутся к нам в центр, гнев небес заебись будет. Два спящих. Я понял, блядь. Покарай. Ну, скажешь, бури не удаст, не гроза. Да, на туре. Ну чисто это, Suicide Squad. Скажи Канзасу прости и прощай. Physical Suicide. Что с мобом, блядь? Уже ничего. Он как, сегодня поехал на роликах, это смешно было. Да, ответственного. Прикольно было. Так.
Даю ответственного. Сейчас после этих мелких убегайте в звездочку, что будет 6 мобов. Меня, говорит, скинули в яму, говорит, и закидали трупами, говорит. А я, говорит, притаился, блядь. А потом вылез и начал их резать одного с другим. Кто знает, откуда это? Блин, знакомый, но не помню. От заката до рассвета. Просто некоторые еще не такие крутой старые. Да. Ну, я помню. Блин, стоп, посмотрел этот фильм. Я его не пересматривал, блин, стоп, вообще жесть. Надо что ли вырубить. Че, будем зырить, да, сегодня? Там под этот фильм надо сигару, там... Там, я понимаю, вообще дичь, блядь. Особенно в гоблинском переводе, там пиздец. Как он там пропил? Я только в гоблинском и помню его. Его, по-моему, и нету в дубляже, тогда не было. Да почему? Было все. Ну, в Гоблине это вообще забей. Как у Бара этот тип рассказывал, блядь. Пёзды, 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 большой выбор, пёзды, блядь. Сори. А шо моб стоит? Надо в Дискорде канал сделать, просмотр фильмов. Таких. Там Войт постоянно будет вчера, сидеть. Да. Войт будет стримить. Чисто 24/7 там Войт находиться. ЕП за просмотр. ГП за просмотр. А ГП за не просмотр. А на РТ на следующий день спрашивать по фильму, да, вопросы задавать. Да, пересказ. И дополнительное задание. Ответь. Викторину проводить. За каждый правильный вопрос 50 ЕП, да? Да. Нихуя себе, жестко. За неправильный 500 ГП. На туре, бля, вот это пиздец. Короче, я не знаю, что после РТ делать. Ну, ТТГшку можно сгонять, у меня 3 перса без КД. Паладин, шаман и кто еще, блядь? Ну, 25-ку пойдем. И ДК. Не, 10-ку. 25-ки уже закрыты у нас. Ну, тех ДК. Уже, у меня, по-моему, КД везде. А, ты ходил. Я двумя персами ходил. Я не помню, но я зайду на ДК посмотрю, может нет КД. Да вроде ходил, я не помню тоже. Ты ходил на ДК 10-ку. Может, Зуламат 10-ку? Нет, это ГТ был. Не, имею в виду, сходим. Че у тебя, кстати, дагер как апнул? Заебись. Ну, отлично, хорошо. Так, сейчас я соберу этих бещей. Тут, видишь, разброс большой, типа. Там призывайте пока войск, только не ходите, ничего не делайте. Йо, кто 150, круто, нет. Там он больше апнул, то что, типа, по удобству. Ну, рарник, скорее всего. Чего? Бурю сейчас в дракончиков ебанешь. ДКшники должны тоже круто. Invisible, круто, нет. А вы говорите, кто я буду хилить даже? Да, ДКшники не успеют крутануть, блядь, сейчас роги смотрели. Вот они, справа налево. Ну, до того, как Invisible сдох, я еще там тогда не прожимал нас. Не повезло пацану, короче. Да, там даже захилить не успели. Это боль. Вот бы такую хуйню в босса крутить, а? Ну, то 6 будет. Может быть. Всё в твоих руках. Для когда-нибудь. Я тебе это, ты так, 27. На волоступе ты будешь такое выдавать. Я там видел, кстати, в логах игры, там этот шея можно будет улучшить до нечестивого... Что нечестивая скорбь, блядь. Или что-то такое. Там 303 у него и левел, по-моему.
Охуеть. О, блин. На X2 есть какой-то топор 3-3? Да, да. Там, не знаю, я логи игры смотрел. В логах там ну, находил. Ручка. Я хочу лиданки. На медведя, да? Ага. Багеры, в смысле? Да какой на медведя, блядь? Ну, на ДКшника, мечей. Навара, Рогу. Лиданки это мечи, да. Мечи зеленые. Урики их носили. Роги, вары носили. Роги, порики. Роги, вары. Ну, вары это такое. Ведь, типа, только на комбо, да, печально. Ну что там есть быстрые? Да, они убогие там были. Это чисто на трансмог сделать. Нормально ты придумал. Да не, мне не нравится, как они выглядят сейчас. У нас ДКшник с ними танчил лича. Ну прям с этим 70-го. Не, если одежду подобрать, прикольно выглядит. Ну так, такой. Там щит прикольный есть, этот оплот Азенота, или как так называется, вот этот прикольный вообще. Убогий. Не знаю, мне нравится, прикольно. Кал. Дверь от холодильника. Кто ли еще? Просто цветовое решение. Штука прикольная падает на касте. Кто ли вообще-то эту текстурку обновили? Мне щит в Elden Ring нравится, как плита такая надгробная. Это вообще бомба, блядь. Можно было бы тут, как в Elden Ring, два щита брать. Еще в Вальгале так можно. Я с двумя щитами где-то побегал, ну. Такой тормозной, блядь, пиздец, машет ими как дурачок вокруг. А ты каким классом в Elden Ring играл? Никаким, нахуй, я тренер скачал, нахуй, просто всех с одного удара разъебал. Понял. Нахуй мне эти классы, блядь. Ну, мне тут и ровки хватает этой хуйни, блядь, понимаешь? Еще бы я в Elden Ring не трайл, блядь. Симулятор One Punch Man, да? Типа да, блядь. Ну я просто я два раза в нее играл, типа я вот второй раз прошел, сейчас уже что-то неохота играть. Хули я всех убил, блядь, по сюжету пробежал. Давайте с первого трая на лича. Угу. Ну давай, блядь, хули. А делай. Чё, сопротик можно? Кто не уверен, что-то все, там... если есть неуверенные бичи, то это, кидайте обмен на сопрот. Почему, ну, ладно, если, почему, брать. Почему, если не уверенный, сразу бич? Ну, бичи, они просто, разные да. бывают. Бывают. Всё, я понял. Есть крутые бичи. Да, всякие есть. Крутые уверенные бичи, да? Задоначенные бичи. Крутые бичи это типа у кого рыжие палки, там все дела, да? Ну да, бисовые. Все, понял. Вот ты на боссе, да? Да, я на боссе буду. Вилаша там бегай, прыгай. Все равно тебе надо сальву кидать, мне не надо. Я красавчик. Так. Крутой бич. Крутой бич. Масло? Масло. Ну, это... Так, сейчас возьму с банка. Так, масло. Даю масло. Вуст. Это расист. Так, значит... Чё там по готовности? Тактику все помнят, да? Кто сдох на притяжке, тот пидор. Короче, это нормальная тактика. Справедливо. Насчет этой, насчет глыбы, которая вот кружок и вторая, ну не прям в звезду, а вот прям вот тут чуть-чуть в ромбик. Вот одна в кружок, одна в ромбик и две лево, две право, их всего шесть. Все очень просто. Одна кружок, одна в ромбик, а вот звезда это уже для последней фазы. Так, что там, все готовы вылечить? Ладно, поехали, запускаем. Биг Дэм, ты где там, блядь? Биг Дэм, Биг Дэма нету, нахуй, отойдите, не забегайте туда. Все, прилетело синдром, блядь, я понял. Биг Дэм, блядь, ты тут? Алло, блядь, да он подошел, сейчас специально не подходит. Специально. Биг Дэм. Бич с шемом. Ясно, нахуй. Пришли на синдру, чтобы поафикашить. Сейчас притяжка уже будет. Беги, малышка, беги! Нет, в одну точку сбегаемся, падаем. В одну, в кружок сбегаемся и все падаем. Фу,
все сбегаем. В кружок, блять, в кружок. Ну куда вы? А что случилось? Да нихуя не случилось. АФКшки. АФКшки почаще нахуй. Мы же в игру заходим, чтобы просто подождать, пока бичи там проафкашатся, блядь. Сразу зашел. Просто на босса приходим, просто чтобы бигдема отпустить покурить, нахуй. Ясно, блядь. Блядь, ну я в туалет отошел, посадить неготовности нихуя не было. Какой туалет, блядь? Готовность была, блядь. Надо с собой бутылку брать, блядь, чтобы ссать, блядь. Ну, как дальнобойщик, дышу, или что? Ну, или в стуле сразу вырезать отверстие под ведро, блядь, и нормально. Да, да, в натуре. Заходите, хули вы лежите. Какой масрез тут, блядь, встаешь и сразу портал к Синдре. Дай бог здоровья тому человеку, который масрез нажал. Угу. Без бутылок в рейд больше не ходите, блядь. Просто, блядь, прихожу, все мертвые лежат. Ну, блядь, хули. Мы же приходим на Синдру, чтобы, блядь, чтоб курить уйти, блядь. Даже не написал нигде. Где ты в чат написал? Так, блядь, а почему? Причем тут я, нахуй, мертвый, ты весь рейд, блядь, я тут. Ну, так а ты, потому что сдох, и не любящий ты сдох. Вот ты не написал. Вот вы такие интересные, вы даже не предупреждаете. Кто-то предупреждает, кто-то нет. Вы думаете, так и должно быть всегда? Захотел, ушел, блядь. Даже не написал био. Вот травист пишет био, блядь. Ты нихуя не написал, ушел, блядь. Так я думал, вы пока там будете, ну, блядь, класски, да, хуяски раздавать, я уже успею, я быстро, блядь, туда-обратно. Ну да, я и смотрю, мы вайпнуться успели. Как видишь, не успел. Вставайте, World, ты где, блядь? Пизда, блядь. Вот сейчас из-за того, что мы упали, люди еще пошли чилить, нахуй. Вот ты сейчас отошел, сейчас по очереди еще отойдет Вася, Петя, Леша, нахуй, и так далее. Ну это я так, имена на скидку. Кто Вася, Петя, Леша, плюс чат? Вася, я напарника в телефоне записан, Вася. Пиздец, нахуй. Ну как видишь, они здесь все, вот они. Здесь все, Никита, Стас, Гена. Цепрут. Любишь ты, сука, не дохни на притяжке, нахуй, что за хуйня, блядь. Так, Авелания у нас пятый хил, шестой, точнее. Не знаю, ну, должно быть нормально. Кристобаф, инту. Кто-то там не готов был, я хуй знает, уже не помню, блядь. Так купи, ёбаный покос, блядь, вон жив стоит. Иди купи 100 штук, блядь. Все, иду запускать. Вот и кончается. Тяжко сейчас будет. Так, смотрим. Ромбик, кружок. Две лево, две право. Угу. Ну куда ты, блядь? Я заметался-то, господи. Закханыч, нахуй. Ну ты чё, блядь, накурился? Ну, это, бейте по склепам, хули вы. Две упало, третья падает. Не пофиксили, да? Только раньше времени не разбейте. Ну топа, ебать. Этот самый, дайте БР. А нет, не даю. Ничего. Этот самый Мудфок срезнейшего. Мудфок срезай. Куда встанет, захилите его. Это же очень интересно. Мудфок срезай топа. Прием. Блять, ну что вы там? Он был в лыбе. Ага. С фулбаф по нему. Каску вам по пистобаф и дамажу. Ну то мы так, блять, в три взлетки будем играть вместо двух, нахуй. Если такой хуйней заниматься. Мажем сильнее.
Тяжко скоро. Беги, малышка, беги! Кулидрин, дашь по Рависту сальву? Друид инвалид Мэтфокса, Равист Шадоу. Равист Шадоу Ресу. И нырок по Мэтфоксу. Если мана. Да, блядь. Пошел первого сальву дать. А он там не догонит. Уже улетела она. Тёлка уже улетела, я вон вперед побегу куда. Блять, алло, ну куда ты, треугольник нахуй? Зачем вы вместе-то встаете? Двойной дамаг же. Вы совсем бичи, сука. Закханыч, ты слепой, блять. Не люблю щиты. Так я за. Я в том проблеме, что я стал за. Всё, не надо, нахуй, не рассказывай. Это будешь бабкам у подъезда рассказывать. По вот этих две глыбы бейте передние, блять. Четвертая падает, если что. Кто глыбы? Ну, бейте глыбы, алло, нахуй, или что? Ай, уёбки, блять, это пиздец, нахуй. Что, нахуй надо, да? Да. Так. Прошу. Вадикон, не люблю щиты, ресы. Хули ясно, три взлетки, нахуй. Гроба Закханыч, это пиздец, нахуй, бомжи, блядь. Беги, малышка, беги! Вот и 10% и 10%. Дай это тем, я дам гимн. Ну, эти, ну Мёрси стопают, блядь, специально, нахуй. Зачем там, блядь? Третью звезду. Три звезды было? Ну. Стоп, может тайминги не сбились, а босс. Да хули там нихуя не сбивается, это было более, блядь. Ну сбилось, ну и чё? Ну, у них своё приколюха. Может, чтоб КДшки откатились. Короче, Закханыч, по тебе дал БР, после встанешь. Угу. Вот, после четвёртой глыбы сейчас. Вот четвёртая. Встаёшь. Бейте и... глыбы, бейте А глыбы. Вот чё, передний скреп не надо бить? Бейте, ёбаный, вставай быстрее, захили его. Все понимают, надеюсь, да, что босс чуть подальше от звезды, значит чуть поближе можно подносить. Перед звездой ставить глыбу. Может, готовимся. Готовимся фаза. Ну не понимаете, значит еще будем траить хули. Пока не поймем, блядь. Первую перед звездой, вот где тотемы стоят, где 4 тотемчика стоят. И сразу разбить. Мильки уж можете уже уйти. Вот Мидона, фул захилить его. На фул хп. Щиток ему. Где щиток? Есть? Все, сразу разбиваем. Ну все, играем. Так, иду менять. Иду скидывать. Звезду. Милики ушли. Вилашу хилим. Ну, вы проебете танка сейчас. Алло, нахуй. 6 хилов, сука. Вторая глыба. Кто это? Мудак какой-то, блядь. Вот его разбивайте центральную до половины. Сейчас притяжка будет. Если будет глыба, то вперед несем. Вилашу хилим. Вперед ставь. Милики ушли оттуда. Прям ставь рядом. Так, сейчас будет притяжка. Смотрим. Вот эту. Все, после этой уже разобьем. Все, иду менять. Все, после притяжки. Вставалка, захиливайте. Так. Иди, уходи. Звезду. Милики ушли, милики. Не заморозьте лишние глыбы, блять. Мы дамаг босса должны давать, а не глыбы, блять. Вот, скидывайте. Разбивайте. Следующую звезду и сразу разбить. Так. Звезду, милики ушли. Милики ушли. Не заморозьте лишнее, сука. Вот, скидываем.
подбиваем. Иду менять следующую звезду. И тоже сразу разбиваем. Иди. Блять, прям через него бегут нахуй. Подхильте войду, да? Следующую надо будет звезду и будет притяжка, смотрите. Ты не стаунтил, не стаунтила. Ну, босс на мне, видишь? Вот теперь ухожу. Притяжку ждем. Беги, малышка, беги! Ушел, да? Полетел кто-то. Это Войд, который ушел. Тихо. Без хпала остались. Заканы, звезду, заканы, и сразу, звезду и сразу разбить. Так, без хпала. Виланя, ты один хпал остался. Остальные по танкам смотрим, когда танки меняются. Так, забрал, иди скидывай. Следующую звезду и сразу разбить. Метка справа. Две минуты до берсы. Не делайте хуйню никакую, больше падать нельзя. Блять. Спасибо, что на фулл хп поднимаете, блять. В дыхание. Сисы вы отдал, блять. Звезду и сразу разбить. Ушли милики. Ну кто там нахуй? Ну, не заморозьте лишнее, блядь. Вот, разбиваем. 7 стаков. По мане сел. Можно инер? Даже нужно. Звезду. И будет притяжка. Звезду и отошли. Будет притяжка. Смотрим внимательно. По войду хорошенько. Взрывать? Подхильте войду на фул. То у меня сейвов нету никаких. У тебя клык есть. Ой, да подхиливайте. Все остальные в сторону. И Геру, и фул ДПС по боссу. Шелфир. Все остальные в сторону. Так, в сторону. Блять. Блять, освобожденка. Вот ты убежал, Даларан. Мне так-то тоже надо скидывать стаки. Еще раз заменить танка. По боссу. Убежал в сторону, я убежал. Ну, все это слишком. Это в Даларан, блять. Выбегайте в сторону. Это далеко, пиздец. Все, два ляма, хуярьте изо всех сил. Все сейвы. Если проседать начнем, то гимн на хп. Все, лям добьете. Гимн на хп, дай шаду. На, нахуй. Бать, кто-то взорвал хорошо. Вот это хлопок. Нормально. Кто-то прям хлопнул от души. Вот это шея. Я верил в нас. Все, шея, анрол нахуй. Ну что, у нас 44 минуты, я не знаю, трай давать ли сейчас. Давай, чудеса, конечно, давай убивать его, ёпта. Давай, ёпта. Надо убивать. Ёпта, ебать, давай убьем лича. Все крутышки тут, надо убить. На, Сиджу, блядь. За убийство лича, блядь. А что ты дал ему? Защитника, что? Блядь. Хорош. Класс. Просто выкину его. Уважаемо. Ебаный, да. Это прям тоже... бисовая, типа, шея? Ну, да хуй знает, попробую. Блядь. Разве не с этого, не с РС-ки бис? А хуй с РС-ки. Ну, так... а мы в РС-ку не ходим, блядь. Как не ходим, нахуй? Ну, типа, мы... У нас осталось 3 дня. Понедельник, вторник, среда. Мы там, блядь, можем 10 РС-ок закрыть. Закроем. Надо ДС и РС. Просто прийти надо и убить всю эту хуйню. Валик, не спульте. Надо сейчас ходить. Не спульте, Валик, только. С этого с квесты там, блядь, падает хорошая шея. По правду скелли. А че после РТ в Зломанта, может, ходим? Зломанчик, кстати, хорошая тема, да. Сейчас посмотрим. Просто я такая КД у меня везде. Могу, только недолго. А ты ДК приодеть чуть-чуть. Тинки нужны за Ломана. Будем ролить. Будем драться. Драк. Драка на бичах, то есть на ножах. На пластмассовых ножах за Макдональдсом, стрелка, понял? Окей. Okay. Наггетсы не забудь. Окей. С Ростикса, блядь. Я убил таракана. Ростикс, нифига ты спорил, ёпта, я забыл уже про них. Ну, KFC же это Ростикс купил. Капец. Нет, это на самом деле я купил и продал KFC. Хорош. А как у тебя тогда из чего из наггетсов? Угу. Так, ставлю FPS, да. Ставлю рыбу, блять. А сколько мы хилов здесь? В 6 бьем с вами или нахуй? Может, в 5 попробовать? Я не знаю просто, блять, схватим. По-моему, в 5 убивали тогда. 5 хилов, это надо тут 3 менять. Ну, а Виланию тогда в ДД, а хилов хила, да?
Или призана. Или призана лучше. Кого, блядь, я вот не знаю. А можно ставить двух хэпалов? А можно нет. Без ашама, пожалуйста. Я хуй знает, как лучше нахуй. Давай подумаем. Я бы подамажил лучше, чем похилил. Хэл, а чё ты похилишь? Или этот... Или призан. А, тебе надо проходку, кстати. Может, ты на Лингрен тогда зайдешь? У меня есть проходка или нет? А, я не понимаю. Я б на этого, на Холи Пала проходку сделал чисто. Ну вот. Так тут вон Холи Пала, сколько их куда девать? Ну, и без крита холод. Будут. А, хотя крит от Мишки есть. Там Бурябай спрашивает, Глора надо кому-то, и вступит место. Кому Глору надо слича? На мейн. Я ваша... могу уступить место. Ваша Глора. Я могу. А Виланию можешь свичить лучше. Ну, пала. Пусть хилит. Пала на пала. Я и подамажил бы нормально. Пусть шестым хилит. Блять, я пока решать буду, мы, блять, это, уже разойдемся. Давай, бери Бурябай, я этот, офнусь. Телепортнер быстренько. Ставьте шкаф. Все, я в Даларане. А мешать буду восьмой пати или нет? Да нет. Тогда посижу. Так, рыбу ешьте. Все, брейеркой запускаю. Так, сейчас я себе, блядь, меточку еще поставлю, блядь. Сиджу. Запускаю. На месте, шеф. Ну, типа, если с этого утра ебанем, это прям бомба нахуй. Будет. Сколько ЕП будет? Не переживай, сейчас ловушку взорвем и... Давай, придется. Давай косарь дополнительный. Нормально. За косарь можно... Это, я не знаю, нам удача богов нужна здесь. Не, ну тут же все уже были-то наличие, в чем проблема? В деле случая? На пулы распределите сами топа Седжу Крипта между собой. Три духа. На второй переходке их четыре. В принципе, у меня гро нормально должно быть. Я второй. Топа, значит, первого, четвертого. Ну, читав друг другу, не пуляй. Секунда, ловушка. Побегаем. Пиздец, бля. Секунда, ловушка с чумой. Побегаем. Шадо, чума. Секунду, ловушка. Бегаем. Имба. Пиздец, все видят, как мой медведь лагает? Вижу, как я в спину парирую. Секунду, ловушка. Бежим. Чума, не люблю щиты. По итогу, кто в хиле-то, блядь, в шестом? Никто? На Вилане. Бежим. Да, я в хиле. Да ну нахуй. Есть. Биг дэм. Есть, но... Чё, бомж улетел, да? Как дела, нахуй? Конченый, просто улетел. Гарный шумат.
Ладно, рисуем. Мудфокс, беги и резай потихоньку, только под ударную волну не попади, ловушка. Прибегаем. Потихоньку резай его. Только под волну не попади, под ебало не заходи туда. Я понял, нахуй. Я отвечаю, блять, ебаный в рот, нахуй. В стекло не попади. Ебать, Мудфокс, нахуй, как дела у тебя там? Прям говорю, подъебало, Виги бежит, прям подъебало, блять. Там шаркари, Мудфокс. Легко ловушка. Ударную волну, она шокает людей. Да, только так и познается это все, нахуй. Вот, ты бы если встал бы здравствуй спокойно, ты бы прям черт порезал. Да, Биг Дэм, спасибо тебе, блядь, за такой трай лича, блядь, концерты, блядь. Если мы убьем, я хуй знаю, ну чудеса, нахуй. Так сейчас риснете Мудфокса, да, он риснет меня и... Все четко будет. Берсу потом упремся просто нахуй. Как нахуй какая берса? Ну да, блять, хули. Тут ее нет. Тут ее нет, но. Угу. Вот 70%. Топа на пулю еще. Значит, Мудфокса будет резать друид инвалид, а Мудфокс реснешь этого бича. Не, ну да, справедливо, согласен. Ну хули, блядь. Бичи не бывают разные, бывают одетые, но все равно бичи, блядь. Да, все верно. Бывают голые. Я бывает, понял. Да, ну, бывают без. Бич, бич это состояние души. Только смотрите в заражение, не станьте, там сразу заражение пройдет, и вот после него момент быстро надо успеть вам резнуться. Сферки, блядь, бьем, алло, блядь, нахуй, алло, сука. Крипто напуливает. Сейчас чутка понабираю, и потом уже заберешь, когда переходка пойдет. Последнего топа. Четвертого нету, это на второй переходке их четыре. Под ебалом не бежать, сферу убить. Рисуем людей. После заражения только встаньте, только после заражения, блять, умоляю, блять. Вот, вставайте. Мудфокс, быстренько вставай. Меня еще не рисовал. Рисуй второго. Рисуй второго. Быстренько, быстренько, быстренько. И сразу его захилить. Его в повалькам фул ДПС. Он на ХП прикнул. Так, только две. Только две бьем. Один лок, ромбик. Это застаню, короче. Там, а дальше башу поворот. Бафы быстренько, сколько приставав, осквернение 3 секунды, разбегаемся. Осквернение быстро, расходимся. Черепок смотрим где. А, вот разлился уже, все, идем. Давайте на сторону от портала до кружка, вот в эту сторону. Сюда перевел плеча, видно относительно центра, где поставил. Вот. Значит, смотрите, будет сейчас и валька, и осквернение. Поэтому... Соответственно, блядь. Милики, через 2 секунды выходим с центра. РДД уже вышли с центра на кольцо. Сначала смотрим, где черепок, потом пьем валик. С черепка выходим, бьем валик. Секунду осквернения. Все, теперь фул по валькам. Ромбик, почему без замедления? Все быстро его уничтожить. Ну, стан еще по нему продлить. Быстрее, быстрее, быстрее. Ну, дамаг, дамаг, дамаг. И хил. Диспел, диспел, диспел. Вот. Че, остальных спасли, нет? Или кто-то сдох? Мудфокс нахуй сдох. Этот сначала будет после заражения Вадикон режет Мудфокса. Сначала осквернение с центра уйдите. Как только осквернение покажется черепок, вот сейчас будет черепок, резаем Мудфокса. Черепок отошли. Бежим, бежим на ту, на другую сторону. Бежим быстрее на другую сторону. От звезды к ромбику полетим. Быстрее, быстрее. Забери лича, забери лича, забери лича, забери лича. Минус 2 нахуй, минус 3, блять. Йо-хз, где так сложно? Ромбик не бейте, ромбик не бейте. Так, инвизибла ресы. После заражения, встань. Вставай. Вальки, вы будете бить или что вы? Почему они вас, сука, улетают? Бомжи ебучие. Они нахуй не замедляют. Вы охуели совсем? Нахуй так играть тогда? Я просто в ахуе, блядь. Осквернение в центре. Что ты там с ним делаешь в центре, блядь? Ёбнулся. Ебучие бомжи, нахуй. Да и хули тут, нехуй тут делать, все, падайте нахуй, я ебал такую хуйню. Параша, параша, нахуй. Че, опять эти билды менять, раз вы не умеете, блядь, замедлять? Так, ну, а нахуй надо, ну,
Да, блядь, ну я не успеваю, нахуй, всех троих. Ну я кидаю свою. Он троих по факту не успеет, блядь. Конечно, она летит там, как ебанутая. Все понятно. На спидах, блядь. Все понятно. У нас 2 ДК же. Просто, да, ну хули, у нас 2 ДК, так и нахуй тогда ничего не будем делать, да? Я же говорю, замедление есть, вот у мага дал. Ну, я кидал по Валькам Аковы. Давай я поменяю билд. Ну, блядь. Ну, а чё, кончаем РТ, блядь, или чё? Или ещё бить? Ну, давай ещё трай сделаем. Бить будем. По-любому. А, ну, один трай не был. Ну, хороший был. Если бы не упали. Да нет, такой себе. Да нет, там... Хилы это пиздец, нахуй. Вот у вас шестеро, нахуй, вы должны видеть, когда вешается жнец, нахуй. Он вешается каждые 30 секунд, нахуй. Я после этого умер даже не от жнеца. Я начал тебя захиливать. В какой-то момент я тебя просто не видел на этой платформе лича, где ты стоишь. И все, хоть ты плачь. Сейчас я скажу, чего я сдох, блядь. Ну там хули. По-моему, просто от автоатаки сдох. Ну, потому что хп 20 тысяч, нахуй. И оно в течение... Ну там... Там получается жнец 50 тысяч. 53. И через 1.3 еще автоатака. Вот это убило. И все. Больше ничего нету там. Ну, хз. Ну, так а этот жнец, он должен закрываться. Прошел. Не, нихуя. Жнец вроде прошел и все. Ну, и... блядь. Ну, жнец, он висит 5 секунд. Вот у тебя, понимаешь, у тебя какой аддон, блядь? Я буду. Ну и хули, ты там же не можешь жнец душ написать, блядь? Или что у тебя, блядь? Сложно этот дебаф добавить, свое открой. Вкладка дебаф, свое, блядь, жнец душ, нахуй, жнец с большой буквы, блядь. Напиши, блядь, и ты будешь видеть. Туда должен прилетать, блядь. Вот он висит 5 секунд на мне. Ты в это время ты должен кинуть МВшку, ну, за 2 секунды до конца. Он когда кончается, 80 тысяч урона тьмой дает, блядь. Когда кончается, он должен МВшка прокнуть, и щит должен повешаться, блядь. И Исфи ты должен начать кастовать. И остальные все 6 хилов тоже должны в этот момент кастовать в танка, нахуй. Если этого не делать, будут танки с 2 ударов падать. Жнец плюс автоатака, блядь, через секунду. ГЦ, блядь, хули. Хилов учим, блядь. Вот рыба. Биг Дэм, блядь, что ловушка, блядь. Заебись, вода, блядь. Давайте, хули, трай еще и все. Шоками там. Замедлять. Меня один раз замедлили, это мелочь. Это просто человеческий фактор. Ну да. Все у нас тут человеческий фактор. Проверка. Так, запускаю. Быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Пиздец, я БРФ, когда нахуй. Секунда, ловушка. Убегаем. Секунду, чума и ловушка. Убегаем. Тыщи, сука. Понятно. Чё, как дела? Хуёво, да? Всё, хорош на сегодня, нахуй. Мы же не понимаем, нахуй, что это такое, блядь. Нормально полетали. Аттракцион чисто. Что для лича, это уже результат. Не, это просто кто-то наперед забежал там. Да хули наперед, ну, наперед, не наперед. Почему нельзя пробежать 20 метров? Вот я пробегаю, лагаю, нахуй, 2 фпс, блядь. Ну, ебать, почему нельзя сделать нормально? Ёбаный покос. Ладно, пизду. А завтра что будет? ИП-шку раздай.
Лич РС? Лич, и посмотрим. CS. Ну, зависит от того, как лича быстро убьем. Так, давай ИП-шку. Давай ИП-шку посчитаем. Так, сколько там боссов-то, блять. Заходите там на замену, сейчас систов дам. Кто там на замене был. Так, значит, квартальные. Сурок, проф, ванна, синдра. Это 2000. Так, теперь ребро, леди, корабли, тухлый, гнилой, совет, валька. Это сколько? 7, да? 2, 100 плюс 2, 400. Еще лич косарь. Косарь мы проебали. Так что 400. Так, что, все плюсанули там? Офар, эя, валент. Прибай. Так, кто куда сейчас хочет идти? Сейчас я еще не накинул. Зуламан выход. Могу похилить Зуламан. Да если только он быстрый был. Прям по фасту. На двух стенах ты ЕП на мага собираешь. Ладно, давайте. До завтра. Давай. Так. Да-да-да. Некромантик, а ты когда пришел вообще? Я тебя не видел. Он плюсовал, когда там инвизибл плюсовал. Синтек еще. Ага, синтек точно. Синтек чилит уже где-то. Я типа плюс нажал, пати успел попасть там. Ты успел попасть в пати? Нет. Я типа в пати попал, а на ИП ГП не успел. Вот. Все, без ГП остаешься. Пиздец. Все, блять. Чиль. Так. На сегодня нормально. Что будет, Зломан, дел? Ты хуй знает, блять.